Тяжелая спецтехника и бригада рабочих. Масштабные работы развернулись на перекрестке улиц Торговая и Комарова. Специалистам водоканала необходимо проложить новые трубы на участке длиною в 0,5 километра. Работы ведутся без вскрытия асфальта. Делается это с помощью специальной установки горизонтального бурения. Такой подход позволяет существенно сэкономить, ведь после завершения ремонта не нужно укладывать новое полотно. В целях выполнения инвестиционной программы по замене водопроводов в городе у нас предусмотрена замена водопровода по улице Комарова в границах улиц Дружбы народов и Торговая. Ну, на данный дату, можно сказать, у нас выполнено уже, заменено, то есть 434 метра, осталось там еще вот 390 метров пройти, это от Комарова 10 до улицы Торговая. Важно отметить, что трубы меняют на новые, они из современных материалов. Металлические трубы в городе уже давно не используют, говорят специалисты. Их заменили трубами из полиэтилена. Они более долговечны, срок службы достигает 0,5 века. Евгений Дмитриев, Андрей Аралов, Михаил Кудрявцев, новости Абакан-24.